с пустоши. Пару лет назад мы добывали трубы старой канализации пустоши, пока мутанты нас не вышибли оттуда. Знаешь, там можно найти немало ценных вещей, если смелости хватит. В каналы можно проникнуть через люки, но не забудь прихватить оружие помощнее. Неизвестно, какие ужасы могут ждать внутри. Говорят, ты борешься с правительством. Ты выбрал опасный путь. Нельзя, чтобы правительство знало, как ты выглядишь. Они весь город перетряхнут, если поймут, что ты здесь. Ходят слухи, маршал собирает своих людей. Видимо, готовится что-то крупное. Хорошие новости. Если кто и покончит с правительством, то только он. Берегись хищников правительства. Самые мощные машины в пустоши. Нужно быть умелым водилой, чтобы драться с ними. Говорят, правительство ищет кого-то из ковчега. Если это ты, будь начеку. Ты нам нужен, и будет жаль потерять тебя. Я в курсе, что ты работаешь на сам знаешь кого. Многие точат на вас зуб. Так что будь осторожен. Желаешь сделку? Забегай, ассортимент часто меняется. Поздравляю с отличной гонкой. Чёртово правительство, вечно все портит. Здесь мало кто хочет драться. Многие не могут или не хотят. Но если у меня будет шанс выступить против правительства, я им воспользуюсь. Назад! Назад! Эй, что-нибудь ищешь? С тобой приятно иметь дело. К участию в гонках приглашаются все лучшие водители. Помните, парни, девушки любят победителей. Подул ветер перемен. Чувствуешь? Воздух изменился. Говорят, сопротивление стягивает силы в пустоши. Интересно. Надеюсь, правительство не узнает об этом. Не хотелось бы, чтобы оно тут бушевало. А ты другой. Это сразу видно. Мы не знаем, откуда ты, но ты вселяешь в нас надежду. Надежду на то, что один человек что-то значит. Иди, удачи тебе. В городе? Он сказал, туда они и пошли. Беспилотников правительства тут раньше не водилось. Похоже, они что-то ищут. Кто-то? Раньше правительство нас совсем не донимало, и мы спокойно жили своей жизнью. Но, похоже, те деньки ушли в прошлое.
Скоро они станут совать свой нос в каждое поселение. Эх, плакала наша свобода. Правительство отправляет беспилотники дальше в пустошь. Должно быть, что-то навело его. Как только окажешься там, смотри в оба. Вот это по-нашему! Давай, мочи их еще! Слышишь меня? Теперь можно не бояться, что машиноголовые обрубят энергию. Спасибо тебе. Вниманию жителей! Скоростному треку подземки нужны таланты. Thank you.
Подумать только. Генерал Кросс думает, мы поверим в то, что он несет, если запугать нас стражами. Пусть думает дальше. Не верь этой пропаганде. Им на нас наплевать. Я считаю, что правительство решит все ваши проблемы. Но вы должны помнить одну вещь. Правительство делает то, что не под силу вам. Защищает вас от смертельных опасностей, подстерегающих в пустоши. У правительства есть силы и средства на борьбу с самыми разными угрозами. От мутантов, обитающих в темных норах глубоко под землей, до мародеров, что бесчинствуют на дорогах. Никто, кроме правительства, не защитит вас от этих напастей. Граждане, помните, не верь его словам. Правительство неустанно работает, чтобы принести мир. Не верь словам генерала Кросса. Он создал правительство для себя, а не для блага людей. Жить так, как вы живете. Это все ложь, ты слышишь? Ложь. Подними эту банку. Вот, молодец. Друг, спасибо за все, что ты делаешь для нашего города. Назад! Назад! Вот это по-нашему! Давай, мочи их еще! Слышишь меня? Привет! Стражи ходят по городу и допрашивают всех подряд. Видимо, что-то ищут. Надеюсь, не тебя? Стражи правительства бьют людей, но у них точно ничего не получится. Местные не проболтаются. Мы вступаем в новую эру. Назад! Эру процветания, надежды и мира. Да нах правительство. Это правительство уже задолбало. Сильное общество, избавленное от страха прошлого. Общество, которое с надеждой смотрит в будущее. Солнце ныне восходит над безопасной страной. Ты молодец, так держать. Можно растить детей, не боясь за их будущее и не опасаясь преступников. Нам уже очень многого удалось достичь. И мы еще многого... Они отключили целый район. Но для этого мы должны отринуть разногласия. Стражи таскают людей на допросы. Ищут команду маршала. Пока никто не раскололся, но это вопрос времени. Пытаются подсунуть нам ложные идеалы. Назад! И устремления. Люди, которые хотят... По сигналу! Уничтожить правительство... Давай, вперед! ...обеспечить порядок пустоши. Они все чисто, здесь ничего нет. ...вам благополучие. Лишь правительство способно сохранить и упрочить мир, только оно способно повести нас... Сюда привлекаются силы правительства. Сегодня нужно что-то делать, пока город не закрыли. Выбор между хаосом и анархией. Многие знают, что ты взаимодействуешь с сопротивлением. Рано или поздно кто-нибудь расколется и выдаст тебя. Я не знаю, что ты задумал, но действуй быстро. Да, тревожно. Но не веришь, что оно настолько большое. Я так и подумал, но он клянется 20 метров высотой. Если я скажу тебе, ты решишь, что я спятил. Нет, уж лучше я промолчу. Общество, которое с надеждой смотрит в будущее. Солнце ныне восходит над безопасной страной. Где можно растить детей, Кай, не боясь за их ты доставил немало хлопот этому правительству, и мне это нравится. Очень многого удалось достичь.
Желаешь сделку? Заходи еще, всегда новые скидки. Давай, скажи назад! Подсунуть нам ложные идеалы и устремления. Люди, которые хотят уничтожить правительство, не способны обеспечить порядок в пустоши. Они не могут обеспечить вам благополучие. Лишь правительство способно сохранить и упрочить мир. Только оно способно повести нас в счастливое завтра. Сегодня вы все должны сделать выбор между хаосом и анархией и миром. Эй, ты! Чем могу помочь? Да нет, и вряд ли он вернется. Кто будет править городом, когда правительство уйдет? Если уйдет. Слыхал о транспортных ограничениях? Да. Правительство совсем ополоумило. Когда-то генерал Кросс был нашей надеждой, а потом пришли стражи, и люди стали пропадать. Вот что я тебе скажу, это неправильно. Кросс и правительство не надежда, а страх. Да, ты не ослышался. Правительство закрыло дороги, типа из-за опасности. Или что-то вроде того. Но они явно что-то затевают. Безжалостно искоренить анархистов, которые пытаются подсунуть нам ложные идеалы и устремления. Люди, которые хотят уничтожить правительство, не способны... Изучая записи правительства, я несколько раз встречала упоминания о боевых мутантах и метасолдатах. Не знаю точно, о чем идет речь, информация зашифрована. Подозреваю, что правительство работает над созданием армии мутантов. Видимо, оно использует нанотриты, чтобы управлять мутантами. Мы вывели из строя первую линию обороны правительства. Так что оно теперь зашевелится. Ударим быстро, пока оно еще не готово. Чудненько! Будут знать, как оставлять базу без присмотра. Думаю, в столице тебе не помешает иметь под рукой хорошее оружие. Вот импульсная пушка. Я одолжил ее у убитого охранника. У капитана Маршалла все готово. Можно начинать. Ты отлично поработал, солдат. Но отдыхать некогда. Последнее задание. Все коды есть. Он сможет проникнуть туда. Передаю их вам, сэр.
Время пришло. Уже близится долгожданный момент. Наконец-то мы можем выполнить свою миссию и нанести удар правительству. Ты должен проникнуть в столицу, сердце правительства, добраться до системы контроля ковчегов и загрузить в нее данные из твоего диска. Начнется экстренный подъем всех ковчегов. Никому не удавалось проникнуть в столицу и вернуться, так что мы не знаем, что тебя ждет. Но если тебе удастся поднять оставшиеся ковчеги, у нас есть планы и люди, чтобы поддержать проснувшихся и создать армию для войны с правительством. Да, это будет непросто. У них до сих пор есть преимущество в технологиях, и мы не знаем точно, чего ожидать от их армии мутантов. Но все-таки мы возлагаем на тебя большие надежды. У нас есть шанс навсегда изменить человечество. Возьми этот кодер. С ним ты сможешь пройти через любой вход у главных ворот столицы. Входы хорошо охраняют, но ты справишься. Будущее в твоих руках. Удачи, солдат. Я знаю, что ты вернешься, что ты справишься. Удачи тебе. Ты и так много для нас сделал. А теперь тебя отправляют в столицу. Никто не знает, с чем тебе придется столкнуться, но нужно быть готовым ко всему. Нет сомнений, правительство работает над каким-то большим проектом. Возможно, они готовят армию мутантов или какое-то супероружие. Прошу, будь осторожен. Ты нужен нам живым. Удачи. Мы на тебя надеемся. Удачи.